Hello. Please leave a message after the tone. Я не знаю, если ты еще выехал. Сейчас сумасшедший трафик. Мы уже с мамой едем на дачу. Сумасшедший трафик на 80-й дороге. Пожалуйста. Be careful и выезжай. Бампер to бампер. Ты понимаешь? И такой бампер, что я должен слушать такого-то музыку здесь. Это же ужас какой. Я говорю, выключи свой мюзик. А он мне говорит, какой-то смок и папе. Понимаешь? И какой папе смок? Я много папе смок и я диско папе. Hello. Please leave a message after the tone. 24-го экзита очень много мусоров, ты понимаешь? Они там стоят, be very careful, я тебе купил вот этот радарчик, я тебя умоляю, включи этот радарчик, что он работает, окей? Okay? И никуда не едь, быстренько, спокойно едь, and call me when you wake up. Я знаю, ты сейчас спишь, наверное. Bye. Listen to me, Garik. Хватит комплейнать. Рыбы клюют в 5 утра, окей? Okay? And that's it. Мы сейчас сделаем amazing фишики, окей? Okay? И мама что-то поджарит нам до филе. Ты будешь только чистить, remember. Дам вкусненькую такую-то уху. Shut up. Это очень вкусненькое. Привет. Впереди едет парень на свой гольф-карт. Она еле пукает. Мы едем, посыл, кошмар. Едем 10 miles an hour. Ты представляешь? Тебе гольф-карт мне уже вот здесь. Тебе гольф-карт. Это... Можно хорошую машину за ту же самую цену купить. Морген. Мы сейчас пошли к Амиш. Там нельзя снимать. Я их все фреш, органики, Амиш. Понимаете? У нас дома дрыхнет. You understand? Они что, все жлекали. И свои вот эти белые какие-то клешни они пили свои, непонятные. Все, выключай, потому что они нам проблемы дадут. Ты понимаешь или нет? Все. Закрыть сетку. Сетку закрыть. Здесь будет москитос и мухи. У нас сегодня будет breakfast. Я делаю греночки. Я на греночке делаю еще melted cheese. Окей? Потом я делаю eggs, глазунью. Sunny side, как они говорят, up. Вот что я не умею готовить. Я вам покажу, как я. И у нас сейчас будет сарделечки. Сырники мы будем делать, чтобы похудеть чуть-чуть. Я сделал уже утренком супчик. Супчик. У нас сейчас еще будет салатик. С брынзочкой такой, как греческий такого типа. Штучка, чтобы похудеть, это бисквиты мы взяли вчера в этом Амиш. Вот мы взяли в Амиш такой бисквитик, очень вкусненький. Я сказала, хочешь и сосисочки, у нас еще будет там докторская кабаска, такой чап-чап-чап мы сделаем такой. Эту штору, что у нас сейчас будет москитос, я же вам сказала. Штуки меня сейчас покусали, меня так покусали, я нужно было вот эти крестики делать. Я хочу сильно, селедочку с картошкой, вот это the best. Селедочка с картошечкой. О! Кто хотел молоко? Кто? На, возьми свой, кушай свой сериал дрековский. Ты можешь мне сделать over easy, пожалуйста, eggs? Послушайте меня. Я буду делать все eggs for everyone. Я здесь никакой не ресторан. Здесь какие-то over easy у меня рассказывают. Good morning to you too, mom. Hi, mom. Good morning. Mom, where's my Miley? Ты видела мою Майли, мам? Comes to see me every morning. Hi, Hubert. Hi. You're so cute. Они такие... Гарик, послушай меня. Ты можешь мне, пожалуйста, принести мои таблетки от давления? Я нашла свои таблетки, слышишь? Как тебе нравится мне, Гарик сегодня сказал, что я храплю. Он мне что, не уважает? Я никогда в жизни не храплю. Ненормально. Мам, да, я очень голодная. Ты меня можешь, пожалуйста, покормить? Why didn't anyone wake me up for breakfast? Brunch. I know it's like 5 o'clock already. Ну, я хочу breakfast at 5 o'clock, mom, okay? Clean the grill. Может, я буду сегодня. Вот так делать, ты понял? Миш, привет. Ну что, ты сегодня подъезжаешь к нам? Шикарно. Ты сможешь какой-то пивасик поднять? Будет шикарно. У меня все остальное есть. У меня там текила, виски. Where's my Miley? No, mom, не Кайли, Miley. Я только купила новую. Вот, Дашка, что есть? Послушай меня, я тебя только прошу. This time, no Stasik. Окей. Этот парень начинает пить и начинает по политику. No more, я тебя прошу. Потому что последний раз я его чуть здесь не похоронил. Окей? Кучи вейс, потому что там мусора. Мы ехали просто. Фирочка. Фира, что я кушала сегодня? Кушала творожок, я скумбрию,
Хороший такой чай я себе сделала. Такой English breakfast. Вот это. Ничего не хочу кушать. Окей, дай я понюхаю. Что это ты там сделала? Я обожаю делать пазл. У нас сейчас пазл for 1000 pieces. Wish me luck. Oh my god, I'm bored. Кто опять? Кто опять оставил сетку открытую, а? Сейчас будем делать соленый огурчик. У нас здесь укроп. Здесь есть сейчас соль, sugar, a bit peppers, hot jalapeno, pepperoni какие-то. И vinegar. И все. И это будет просто кайф. Oh my god, guys, can we play дурак? I love playing дурак. Мам, где наши лежаки? Они до лежак. Because I want to tan. I always lose. They always call me, Яна, you're such a дурочка. Сандалики, they're so cute. I like this color. It reminds me of like a color that looks like a салатик, you know, because that's what I eat. Like my ночная рубашка, you know, it's bedazzled and it's Chanel. If you know, you know, you know. But you know, there is такая русская поговорка, если не повезет в картах, повезет в любви. Я красивенькие такие посадила. Есть у нас огурчики. Я, у меня здесь маленький свой садик. Ты понимаешь? Цветочки очень красивые, надо понюхать. А, ой, извините. Вот у меня помидорчики. Саша, ты в магазине? Не забудь купить сосик, что мне нравится. Сосик. Возьми этот сосик. Я не знаю, как он называется. Ну, такой он такой. Ну, такой. И курочку экстра. Возьми вот эти стейки хорошие. Только я тебя... Не бери эти по дискаунту, хорошо? Возьми нормальные стейки. Мам, ты можешь попросить папу, что он в магазине купил White Claw? У меня закончилось. Thanks. Tell him to get the one that has the new flavors. Is it not for White Claws? Пусть он купит мне Truly's. Truly's. T-R... You? Яночка, пожалуйста, помой посуду. Please. It's бардак. I'm sorry, я не могу делать посуду, я только сделала ногти. My God, это настоящая... Я вырастила настоящую принцессу. It's not really принцесса. Это, знаешь, такая самосвала тормозила головой. Ты знаешь это? И фабрика там. У нее макарон, это видел? Yo, I'm like honestly barely alive right now. Last night was... Beer pong tonight? We're playing flip cup? Let's play King Cup today. Сейчас я буду делать компотик. Я что-то в последнее время... Я сделаю вот такой. Я что-то какаю здесь не очень хорошо. А кто-то видел мои сливы? We just keep a low-key mafia night. We just chill, bonfire. Алло. Yo, let's just do burgers and hot dogs today. Just with the friends. No Stanislav. Bro, no more Stanislav. Bro, he doesn't even chip down. Yo, we're here at Dacha. We're buying all the stuff. Everyone chips down. Why can't you chip down? He doesn't even chip down. Everyone Venmoed me. Everyone sent me money. What the hell was that? Straight up freeloader. Просто. If you see me at night with one of these, it's actually not Poland Spring. We put the vodka in here. And we go. Where's the juice at? Я взяла с собой клубнику, я здесь яички такие. Я собираю, хожу, клубнику беру, ты понимаешь? Я же вам сказала! Где она? Где? Ой! Вот зараза, вот, я же вам сказала, залетит, вот она. Can we have like burgers and hot dogs today? Какие бургерс? Могу с этим шашлыком. Like, the шашлык is already right here. I like can taste it in my sleep. American shit. Какие хот-догс? У нас есть хорошие сардельки. I don't want any more шашлык and all the лаки, бабаб, какие-то бабсты. It tastes good, but it's too much. Я уже надоел. But don't make them look like котлеты. Last time ты сделал какие-то котлеты бургерс. Просто amazing. Окей? Okay? Это такие Russian style бургерс я тебе сделал, окей? Okay? It was like my breath was kicking. Я даже не смог ни с кем разговаривать. What the hell is that smell? I'm like, I'm sorry, it's the котлетas. I mean, I'm sorry, my dad's version of burgers. If you want to make it, you make it yourself, okay? Делай себе эти бургерс, делай себе эти хот-догс. Чтоб потом ты сидел на унитазе и говорил, что у тебя изжога. Ты понимаешь? Иди. Да, Светочка, как дела? Я здесь на курорте. Воздух
Very, very nice. Здесь у нас лакшери кайф. Ну, приезжайте, когда вы хотите. Как говорится, мой сын говорит, Dacha Life. Сейчас замариновал курочку нам, просто улет. Сосик. О, соленья, засаливайте вот это мясо. Half a day, тебе не надо вот это 2 days, 3 days. Это потому что Миша, use it bad мясо. Какой-то cheap shit, ты понимаешь? Его нужно так просолить, что оно не отравилось, ты понимаешь? Миша делает стейк и закрывает гриль. Нормальный человек или нет? Стейк нужно open grill. Какой close steak он делает? Тоже опять. Миша покупает low. Room temperature надо, чтобы было. Набросил на гриль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, может 7. И все. Какой там закрывать это? Оно будет просто как вата. Я чуть тебе зуб там не поломал этого Миши. Слышишь? Frank, how are you? How's the vibes? Good? Very nice. Very nice, thank you. Thank you for the tomatoes. Very good. Very juicy, thank you. Ребята, listen to me. Сегодня у нас на меню салмончик from my wife, потому что она не любит мясо так много. Она любит мясо, she's not vegan, thank God. Лэмчик, lamb chops, lamb ribs. У нас еще стейк, такой хенгер. У нас chicken шашлыш, люля-кебаб и еще. Еще там салатик и все такое. Так что у нас меню сегодня будет просто amazing. Welcome to Dacha. Я пошел в баню. I found my Miley. Hello, please leave a message after the tone. Garik, listen, I understand, что у нас там был барбекю, и я просил, что ты там сделал какой-то... видео, я сделал тостик там до всех, до мамы, до тещи, жили нормально. И там было видео, we're having good time. Я тебя прошу, don't post anywhere, потому что я не хочу вот этот broadcast. Понимаешь, здесь сейчас делают broadcast своих родителей. Я тебя прошу, don't broadcast me, не ставь никуда. Ну, а потом, we can keep it for наш коллекция, придет друзья. Мы поставим будет home video. И все, but please, не ставь никуда, потому что я могу потерять работу, ты понимаешь? И я там какие-то анекдоты такие рассказал, я тебя не хочу убить, так что ты понимаешь, окей? Okay? Все, I love you, don't worry, я тебя не убью, окей, okay, все. And, все, давай, bye. Вот у меня помидорчики. О май гад. 3, 2. Йо, я never sneezed so hard. Не помню, что у нас. Я думаю, это только цветочки, но они просто умерли. Окей? Все. Это мой садик маленький, садик. Я посадил. My nails. Джетски 100%. Давай прокатимся. Только я тебя прошу быть впереди, потому что вы меня посадили сзади, и я там прыгал, у меня спину чуть-чуть свело. И вы сливай. Да-да, от меня ни одна рыба не уйдет. О, нашли. Карик, она чуть-чуть маленькая. Быстренько возьми нож быстренько, ее порежь, голову сними и почисти ее. Быстренько ее чисти. Ты ее будешь чистить быстренько, что нам штраф не дали. Мам, папа is like in a really bad mood today. What the hell? Так, не начинай с папой. Он так выпил вчера, это просто взюзю. Crazy.